Мне кажется, сейчас на YouTube в рамках приближающегося Нового года существует какое-то просто невероятное количество видео на тему идей подарков. Я же сделала несколько иначе. Я составила свой топ подарков, которые я бы не хотела найти у себя под елкой на Новый год. И чтобы сделать видео наиболее объективным, я в своем инстаграме попросила вас написать, что же вы, друзья, не хотели бы найти у себя под елкой на Новый год. На каждый предмет, который я бы не хотела получить, я вам буду приводить такую свою хорошую альтернативу. Начну я с подарков, которые я, честно сказать, вообще никогда не понимала. Речь идет о таких, скажем так, персонализированных подарках, о кружках с фотографиями, о футболках сомнительного качества с фотографиями на весь размер. На днях мне писал один бренд, который занимается как раз вот изготовлением фотографий в циферблатах, часов, в кулонах даже. Он мне писал с предложением о рекламе, я сразу сказала: нет-нет, спасибо, потому что я сама такое никогда в жизни не подарю и тем более уж не надену. Но люди продолжают как-то дарить, выбирать фотографии, с которыми еще на самом деле очень сложно отгадать, потому что даже если на твой взгляд фотография хорошая, человек там выглядит неплохо, то вполне может оказаться, что человек просто себя ненавидит на этой фотографии. И чаще всего и керамика в этих кружках вообще очень плохого качества, я уже не говорю о футболках с такими фотографиями. Если все-таки вам хочется сделать такой персонализированный хороший подарок хорошего качества, в качестве примера я вам могу привести такую вещь, как расческа. Просто не смейтесь, но я на днях искала себе хорошую расческу, качественную. Есть один французский бренд, который изготавливает расчески из кости, из рога, из дерева. Просто великолепное качество. Это очень старинная марка. И как раз они предлагают на спине расчесок вгравировать инициалы золотыми буквами. Мне кажется, вот такой персонализированный подарок именно с инициалами, которые будут смотреться неброско, ненавязчиво, будет являться очень таким элегантным, достойным подарком. Помимо этого, сейчас существует огромное количество хороших брендов, даже не слишком дорогих, которые тоже предлагают вот такую функцию гравировки, инициалов, в общем, что-то такое очень изящное и элегантное. Вторая вещь, которую никто бы, ни я, ни вы, друзья, не хотели бы получить, потому что мне каждый второй человек в инстаграме писал, что я не хочу получить очередной сувенир с символом наступающего года. Я просто помню, как в России все поголовно дарили друг другу какие-то блестящих свиней, обезьян, какого-то ужасного качества копилки, какую-то китайскую керамику, и все это просто скапливалось ужасным грузом дома. И помимо этого, это еще все стоило денег. Я не понимаю, зачем захламлять свой дом. И мне кажется, был период такой после, наверное, 90-х годов, когда все ломанулись скупать сувениры, когда было принято дарить сувениры, просто люди их скапливали, не знаю, копили, ставили на полочки. Но сейчас, мне кажется, это настолько уже изжило себя, и вот эти вот блестящие со стразами свиньи, которые якобы должны тебе принести счастье и успех в наступающем году, будут смотреться вот нисколько неуместно. И на днях я просто разговаривала со своими знакомыми французами. Просто в Париже люди, они даже не знают, что есть символ Нового года, что
А еще в России дарит кто-то вот такие вот статуэтки. Ну, людям это все в новинку, и для них это выглядит, ну, немного так, ну, хорошо. То, видимо, есть лишние деньги для такого вот барахла. А вообще, в качестве альтернативы, я так долго думала вообще, какую же замену можно предложить керамической хрюшке. И вот наткнулась на несколько ответов в Инстаграме. Люди просто неправильно прочитали мой вопрос и написали, чтобы они хотели получить на Новый год. И они предложили хорошую керамику. Просто сейчас я обожаю вот нынешнюю тенденцию на такой минимализм в посуде. И сейчас есть очень много людей, которые занимаются керамикой ручной работы. И это более того, это даже не раскрученные бренды, какие-то начинающие, скажем так, ремесленники, которые предлагают просто какого-то невероятного качества блюда, вазы, чашки. Все это очень эстетично смотрится, и мне кажется, если вам хочется подарить что-то вот такое вот из керамики, но не сувенир, то вполне можно выбрать какое-то очень красивое, изящное блюдо, знаете, которое может быть использовано под украшение, подставку, например, под свечи, такое красивое большое блюдо, или, например, какую-то красивую вазу. Но вот эта вещь действительно будет смотреться достойно в качестве подарка, потому что это будет хороший материал, это будет ручная работа, ну и наверняка это не будет очередной хлам, и просто будет видно, что вы действительно потратили время и фантазию, чтобы выбрать этот подарок. Вы мне тоже, друзья, писали очень много, и я знаю, что люди продолжают просто испокон век дарить наборы дезодорантов, гелей для душа, которые представлены на полках в обычных супермаркетах. И просто, ну, предметы личной гигиены, мне кажется, дарить вот совсем не стоит, тем более, если это праздник, если это на Новый год или на Рождество. Неужели вы думаете, что человек не в состоянии купить себе дезодорант или шампунь или гель для душа? Вот мне кажется, это настолько такой подарок, который вот сразу просто обесценивает все ваши усилия. Даже если вы отстояли, не знаю, большую очередь, чтобы купить этот набор, всегда есть риск то, что человек узнает цену этого товара. Ну и вообще, в принципе, предметы личной гигиены, так же, как и какой-то новый парфюм или неизвестную косметику, которую человек раньше не пользовался, ну, дарить явно не стоит, потому что, ну, вы, во-первых, навязываете свое мнение, во-вторых, вы переступаете границу, даря предметы личной гигиены. Мне кажется, если бы мне хотелось подарить какой-то вот предмет очень практичный, который человек бы мог использовать каждый день, ну, наверное, я бы выбрала какое-нибудь очень красивое, опять же, ручной работы мыло. Ну, наверное, все-таки не каждый человек может позволить в своей обыденной жизни купить себе очень такое дорогое, какое-то изысканное мыло, прямо ручной работы. А мне кажется, в качестве подарка, тем более, если у вас бюджет так достаточно ограничен, такой подарок, прям хорошо упакованный, будет смотреться очень кстати. Следующая вещь, которую я бы не хотела получить на Новый год, и вообще, в принципе, на любой другой праздник, наверное, многие сейчас со мной не согласятся, но это книга. Да, есть нетленная фраза «книга – лучший подарок», но вот просто я по опыту убедилась, что мне, например, подобрать книгу, которую я бы действительно читала с интересом, ну, это очень сложно. Всего лишь один раз в моей жизни человек, мой друг Артур, угадал и подарил мне книгу по дизайну. Это была просто очень полезная в моей работе книга по макету, по графической сетке. Я просто после этого пошла в магазин, скупила себе другие книги этой серии, настолько она мне понравилась. Но обычно люди как-то дарят, знаете, либо художественную литературу, а это, мне кажется, просто сложнее некуда угадать с выбором то, что человек будет читать, потому что, ну, это настолько индивидуально вообще. И даже если люди дарят книги, которые, ну, логически смогут пригодиться вам на работе, например, книги про дизайн или книги про искусство. Тоже в свое время задаривали книгами про искусство, но люди, конечно, не знали, что я уже все это прочитала, и, в принципе, информация повторяется. И тем не менее, если вам все-таки хочется вот подарить книгу, мне кажется, что выбирать нужно такую, которую вот чисто с эстетической точки зрения будет приятно держать в руках, которую захочется перелистывать, которая, быть может, даже станет просто украшением интерьера. Ну и, наверное, завершающий пункт в нашем топе нежелательных подарков. Мне прям несколько человек написало, что они не хотели бы получить деньги. Я на самом деле так удивилась немного этому ответу, потому что, ну, может быть, это я, но я на самом деле никогда не получала на Новый год денег, и никто так их не дарил. Но я с этим согласна, что, ну, деньги на Новый год — это какая-то вообще несуразица. Лучше уж подарить хороший подарочный сертификат. Мне кажется, вот эта тематика
подарочных сертификатов сейчас вообще очень распространена, и это хорошая штука, потому что, ну, если вам хочется сделать человеку приятно, вы не знаете, что ему дарить, то, конечно же, лучше выбрать такую тематику, чем человек интересуется. Это может быть либо, опять же, какая-то косметика, которую вы не осмелитесь купить сами, не навязывая свое мнение. Либо, опять же, сертификат в книжный магазин, чтобы не дарить какую-то неправильную книгу человеку. Что, друзья, я буду заканчивать. Я очень надеюсь, что видео вам будет полезно и поможет вам найти именно те подарки, которые принесут действительно много радости и каких-то положительных эмоций вам и вашим близким. Я побежала монтировать это видео и снимать следующее видео про прически. Скорого!